спутниковая навигация, автоматические цифровые системы управления огнем, мощнейший комплекс вооружения, высочайшая проходимость и маневренность. Все это – боевые машины десанта последнего поколения. Рассказ о них в фильме «Оружие». Любая война служит самым лучшим катализатором, ускорителем работы инженерной и конструкторской мысли. Не стали исключением и боевые действия советских воздушно-десантных войск в Афганистане. БМД, штатные машины десантников, работали как сухопутные БМП и БТР. В горах Афганистана БМД подтвердили свои хорошие ходовые качества. С десантом и грузом на броне они брали крутые подъемы, недоступные боевым машинам пехоты. Однако опыт показал, что надежные и проверенные БМД-1 и БМД-2 имеют несколько принципиальных недостатков. Прежде всего стало ясно, нужна более просторная двухместная башня, в которой помимо наводчика-оператора смог бы разместиться еще и командир. Кроме того, оказалось, что из-за малой массы машин во время стрельбы из 30-миллиметровой пушки корпус БМД-2 сильно раскачивался. Это заметно снижало точность огня. Выделение БМД для сопровождения автоколонн оказалось неэффективным. Слишком легким было бронирование, слишком низкой противоминная стойкость. Устранить все эти недостатки путем модернизации БМД-2 не представлялось возможным. Двушка уже исчерпала все свои резервы. При создании техники для воздушно-десантных войск приходится учитывать не только пожелания самих десантников, но и жесткие ограничения военно-транспортной авиации. Габариты грузовых отсеков и грузоподъемность самолетов обойти или отменить невозможно. К середине 80-х годов основным военно-транспортным самолетом воздушно-десантных войск стал Ильюшинский Ил-76. Его грузовая кабина и грузоподъемность значительно превышали аналогичные показатели Ан-12, основного военно-транспортного самолета предыдущего поколения. Исходя из современных реалий, специальное конструкторское бюро Волгоградского тракторного завода начало работу над новой боевой машиной десанта. Руководил проектированием главный конструктор Аркадий Шабалин. Шабалин Аркадий Васильевич – талантливый разработчик бронетехники, кандидат технических наук, лауреат государственной премии. Родился в 1929 году. Окончил Сталинградский механический институт. С 1971 года – главный конструктор, с 1986 – генеральный конструктор Волгоградского тракторного завода. Автор проектов специальных бронированных машин для воздушно-десантных войск, в том числе боевых машин десанта, самоходных артиллерийских орудий, самоходных зенитных установок, истребителей танков. Для того, чтобы разместить наводчика и командира в башне, конструкторам пришлось увеличить ее размеры. Это повлекло за собой изменение габаритов машины. Она стала немного шире и длиннее. Заметно изменился корпус. Увеличилась толщина броневых плит. Это обеспечило более надежную защиту экипажа и десантников. Это была в корне другая машина. Другая база ходовой части, другие габаритные размеры, другой тоннаж, который абсолютно отличался. В ней был большой плюс, который предусмотрели конструктора. Это командир начал находиться вместе с наводчиками, чего не было ни в БМД-1, ни в БМД-2. В результате чего, то есть обзор поля боя и корректировка огня стали намного эффективнее. В 1990 году, после испытаний и доводки, машина была принята на вооружение советской армии под обозначением БМД-3. БМД-3 – «Бахча» – боевая машина десантная. Боевая масса – 12,9 тонны. Длина 6,1 метра. Ширина 3,1 метра. Двигатель дизельный мощностью 500 лошадиных сил. Скорость по шоссе до 70 км в час, на плаву до 10 км в час. Запас хода 500 км. Вооружение. Нарезная автоматическая пушка калибра 30 мм, один пулемет калибра 7,62 мм, один пулемет калибра 5,45 мм, пусковая установка ПТРК, гранатомет АГС-17 «Пламя». Боевой расчет 7 человек.
Несмотря на общее увеличение массы, конструкторам удалось сохранить высокую подвижность и маневренность машины. Эти важнейшие боевые качества обеспечены благодаря установке мощного многотопливного дизеля и гидромеханической коробки передач. Трансмиссия позволяла осуществлять движение передним ходом, причем имелось 5 передач для движения передним ходом и такое же количество передач для движения задним ходом, то есть трансмиссия была полностью реверсивная. Это позволяло осуществлять определенный маневр этой машины на поле боя как при движении передним ходом, так и при движении задним ходом, не подставляя противнику наименее защищенные места корпуса машины. БМД-3 обладает хорошей проходимостью и плавностью хода, легка в управлении и проста в эксплуатации. По ходовой части особенности этой машины – это, ну, уже можно так сказать, компьютерные игры. Штурвал. То есть не было бортовых фрикционов, рычагов механика водителей, которые привыкли управлять. Уже был штурвальщик, как в самолете. В результате чего действия должны быть очень тонкие и слаженные. И по своей электронике, то есть машина уже была, скажем так, напичкана, что, наверное, заставило или заставляло вносить определенные коррективы. Это переходы на профессиональные подготовки механиков-водителей, наводчика-оператора. Не срочная служба, а профессиональная основа. Изменился комплекс вооружения. Справа в лобовом листе бронекорпуса установлен пулемет калибра 5,45 мм. Слева автоматический гранатомет. Применение автоматического гранатомета с другой совершенно траекторией полета боеприпасов позволяло поражать цели, находящиеся за укрытиями. Вот. А также как за какими-то складками местности. Вот возможности такого поражения цели не было ни на БМД-1, ни на БМД-2 и даже на БМП-2. Значит, это отличие принципиальное по комплексу вооружения боевой машины десанта БМД-3 вот, от машин предыдущих модификаций. БМД-3 послужила основой для создания самоходной артиллерийской установки «Спрут». На ней установлено очень мощное орудие калибра 125 мм. Стоит отметить, что сегодня такими пушками вооружаются основные танки. «Спрут» обладает высокими боевыми возможностями. Самоходка может совершать марши на расстояние до 500 км, перевозиться самолетами военно-транспортной авиации и десантными кораблями. Она умеет без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до 3 баллов, при этом стреляя из пушки на плаву. Фактически «Спрут» — это легкий плавающий танк, пригодный к парашютному десантированию вместе с экипажем. В 1994 году появился новый вариант боевой машины для десантников — БМД-4 «Бахча-У». О ней военные говорят только ласково. Наша «Ласточка». Аналогов этого боевого комплекса в мире не существует. При разработке БМД-4 за основу было взято боевое отделение боевой машины пехоты БМП-3. При этом «Бахча-У» обладает значительно большей огневой мощью и лучшей броневой защитой. БМД-4 «Бахча-У» – боевая машина десантная. Боевая масса 13,6 тонны. Длина 6,1 метра. Ширина 3,1 метра. Двигатель дизельный мощностью 500 лошадиных сил. Скорость по шоссе до 70 км в час, на плаву до 10 км в час. Запас хода 500 км. Вооружение. Нарезное полуавтоматическое орудие пусковая установка калибра 100 мм. Нарезная автоматическая пушка калибра 30 мм. Один пулемет калибра 5,45 мм. Пусковая установка ПТРК. Боевой расчет 8 человек. Автоматическая цифровая система управления огнем позволяет эффективно поражать наземные и воздушные цели из всех видов оружия на ходу и даже на плаву при сильном волнении. Единый автомат заряжания значительно упрощает работу экипажа и обеспечивает высокую скорострельность. Снижена почти до нуля загазованность внутреннего пространства боевой машины, а время заряжания составляет 4-6 секунд.
100-миллиметровое орудие одновременно может служить и пусковой установкой противотанковых управляемых ракет. Из него можно вести огонь не только прямой наводкой, но и с закрытых огневых позиций. В целом, огневые возможности БМД-4 на порядок выше, чем у предыдущих машин. Это позволяет десантным подразделениям решать задачи без поддержки танков и артиллерии, как в наступлении, так и в обороне. Новая машина оснащена трехствольными установками для пуска дымовых гранат. Они расположены по обеим сторонам башни. Попав в засаду или неожиданно натолкнувшись на замаскированные позиции противника, «Бахча-У» не будет на поле боя мишенью. Выставив маскировочные дымы, она сможет уйти из-под удара. БМД-4 была принята на вооружение в 2004 году. Но уже существует модернизированный вариант машины – БМД-4М. Башня с вооружением БМД-4 является универсальным боевым модулем. Такой модуль может устанавливаться на боевые машины любых типов – БМП, БМД, БТР, катера и корабли военно-морских сил, а также наземные стационарные объекты. БМД-4 имеет мощное вооружение и современную автоматизированную систему управления огнем. Она способна работать в горах, на высотах до 4000 метров, изменять климат, плавать. При этом «Бахча» может десантироваться с военно-транспортных самолетов вместе с экипажем. В воде не тонет, в огне не горит. Так можно сказать о боевой технике ВДВ последнего поколения. По своим огневым возможностям она опережает лучшие мировые образцы как минимум на 15 лет.